Всем привет! В этом видео я покажу, как получить, точнее, как найти все четыре усыпальницы глубин, где их искать. Я оставлю тайм-коды, чтобы было удобнее переключаться между одной той или другой усыпальницей глубин. Если вдруг какая-то у вас имеется, то можно просто по тайм-кодам поклацать и понять, если это та, которая нужна или нет. Сейчас вот, значит... Возле первой я уже стою. Нужно вот телепортироваться к этой точке. Вот он, этот телепорт. Это сам. Если, конечно, его нету, то надо пешочком идти сюда. Вот, залезем вот туда, где телепорт, на эту гору. Залазим. Разворачиваемся назад. И вот он здесь уже сразу. Вот она. Первая, можно так сказать. Вот она, усыпальница здесь. Сейчас так, следующий тогда, значит. Сейчас. Вот. Телепортируемся в другое место. Здесь будет вторая. Сейчас. Вот в это место, вот этот телепорт, если он есть, если его нету, то придется сюда пешком идти. Если будете идти пешком, вы пройдете, в любом случае пройдете через эти руины. Сейчас я вот приду сюда поближе и покажу, почему именно надо обратить внимание на эти руины. Тут, кстати, окулус вон он, кому нужен. Вон там он. Так, ну отсюда вот видите, если телепортироваться с этого места, то сами руины глубин уже видны, вон они впереди. Сейчас, поближе подберемся. А тут, как я понимаю, понятно, вот они здесь, вон они. Руины, усыпальницы глубин, точнее, если сказать. Точнее, правильнее, наверное, будет. Там вон пустыня, кстати. Так, вот они, руины. Это вторые, да? Остаются еще два. Сейчас пойдем за другими. Следующая, третья находится вот возле вот этого телепорта. Вот этот телепорт. Я думаю, если вы уже шли по дороге к этому телепорту, я думаю, мимо гробницы не прошли. Она вот она, здесь внизу. Может быть, кто-то, конечно, прошел и не заметил, но гробница, вот она здесь. Вот она. Сразу внизу. Это третья. Сейчас за четвертой. Вот и четвертая, последняя. Она точно так же находится возле телепорта. Вот он, этот телепорт. Если что, телепортируемся сюда и отсюда идем. Если нет, то... пешочком, и если будете приходить сюда идти пешком, то я думаю, вполне возможно, что заметите, где находится. А, здесь внизу. Вон она, под деревом здесь. Вот она здесь, это последняя, четвертая, их тут четыре во всем Сумеру. Ну, на данный момент, по крайней мере, в этом патче. Ну, на этом, собственно, все, я думаю, да, кажется, все. Всем большое спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.